очередь сил тьмы выбирать героя. Доброго времени суток, дорогие друзья! У микрофона Алекс Бланко, и добро пожаловать на Террор Лигу! У нас Reincarnation Cup, мейн-ивент этого замечательного январского турнира от Террор Лиги. И сразу же хочу извиниться за столь продолжительную задержку этого матча. В итоге она получилась практически полчаса. Мы, конечно же, не Dota Pit, поэтому такие вещи для нас недопустимы. Прошу прощения, у меня были некоторые технические проблемы, которые я не смог оперативно решить. Это целиком и полностью моя вина. Вот такая вот история. Играют у нас сегодня Крит и Rage Team. Собственно, это у нас финал лузеров, насколько я помню, группы. Обе команды выиграли свои первые матчи, каждая в своей группе. Сейчас я это даже проверю, чтобы не быть голословным. У нас это группа С. Да, действительно, Крит и Rage Team, они свои первые матчи в группах выиграли. Это у нас действительно финал лузеров, по сути, матч за первое место в группе. Встречаются сильнейшие, на мой взгляд, команды не только этой группы, но и в целом всего турнира. Это Рейджи, которые пропустили лишь один турнир от Террор Лиг, это был Frostbite Cup. И Крит, которые в предыдущих турнирах от Террор Лиги не принимали участие. Но в этот турнир ворвались очень даже на широкой ноге. По мне так смотрел я некоторые матчи, понравилось, как ребята играют. Посмотрим, как сегодня у них сложится. Играют они против общепризнанных, скажем так, фаворитов, потому что большинство олдфагов в Террор Лиге уж точно болеет за Rage Team. Поэтому с точки зрения поддержки Кридам уж точно будет сложно. Ну, ладно, перейдем к драфтам. Они у нас уже идут полным ходом. Луна и Вайпер у нас в пике от Крид. И Рейджи забирают Шэдоу Демона и Огармага. При этом банят Слардара и Питлорда. Войд и Вивер отправляются в бан от Кридов. Ну, в принципе, метовые как пики, так и баны. Удивляться особо-то и нечему. Омник также отправляется у нас в бан, да, Вайпер под Рэпплом прям вообще такая не очень себе история. Абсолютно всем командам, я думаю, подобные вещи не нравятся. Так, одну секундочку, я кое-что проверю со звуком, да, действительно, вот так вот стоит сделать. Чтобы я мог альтабаться. Уважаемые друзья, кто сейчас находится на стриме, кто находится в чате, прошу вас уведомить меня. Насколько хорошо все обстоит со звуком. Насколько хорошо слышно меня, не слышно ли меня слишком хорошо, такое тоже бывает иногда. Вот меня смущают немножко мои децибелки, на самом деле, в ВБС. Сейчас мы это все дело проверим. Да нет, вроде как все нормально. Как-то прям все равно, как-то очень-очень громко. Хотя по усилению в целом... все как всегда у меня настроено. Так, у нас отправился в бан Сларк с Джиггернаутом от команды Крид. И вслед за Омник Найтом также и Дизраптора Rage Team убирают. Третий пик для команды РТ. Посмотрим, что они заберут. Минута 25 дополнительного времени осталось для этой команды, и на третий пик даже не знаю, что им стоит брать, если они так уж не хотят раскрывать своих коров, что забрали двух суппортов на первые два пика, то, наверное, имеет смысл взять хардлейн сейчас
И против Луны Свайпера, на самом деле, я даже не знаю, какой хардлейнер хороший. Дарксир, в принципе, неплох в том плане, что стенка и иллюзии с этой самой стенки очень даже неплохо Луну контрят. Но вот на линии Дарксир, конечно, не очень хорошо стоит против этого ранжевого героя. И появляется у нас Кентавр. Кентавр. В принципе, герой хороший, жирный. Уже два подобных героя есть в пике УРТ. Огрмаг в их числе. Дальше Shadow Demon, герой не из тех, кого можно легко убить на самом-то деле. В принципе, как правило, Shadow демоны собирают всякие, если не Blink Dagger, то Forstaff и Glimmer Cape, да, и Disruption никто у нас не отменял. Насколько я... Да, действительно, я еще пока что не все спеллы в доте позабывал, что, безусловно, радует. Дазл у нас появляется от Крит, и сейчас у рейджев нету возможности законтрить этого самого Дазла пиком Акса или же аппарата, потому как и хардлейн, и суппорт позиции заняты. Поэтому сейчас этот пик Дазла, он, в принципе, ну, на данный момент безнаказанный. Другой вопрос, что, в принципе, если его начнет фокусить условный Огрмаг, даже Огрмаг, то есть там стан... Потом Bloodlust на себя и пошел бить лицо. И, в принципе, этот Дазл будет тратить грейв только лишь на себя. Но это только-только в теории. Посмотрим, как оно будет на практике. Появляется Инвокер. И моментально вслед за Инвокером появляется у нас Эмбер Спирит. Что, ну, даже не знаю, удивительно. Я, наверное, очень долго спал, но мне кажется, что Эмбер не самая такая контра инвокеру, хотя, безусловно, в новой мете инвокер не самый сильный мидер, то есть, в отличие от годичной давности, когда просто ты забираешь этого героя и, в принципе, можешь на центральном коридоре делать все, что тебе захочется, а вот Эмбер сейчас как раз-таки один из таких. А другой вопрос, что меня беспокоит, что у Кридов на данный момент три кора, и я пока что не представляю, что они хотят делать. А вполне возможно, Вайпер плюс Дазл — это у нас дабла в сложную, а Луна будет стоять, возможно, одна или, возможно, также в дабле. Но если Кентавр будет приходить Огрмаг Шэдоу Демоном, эта Луна фармить 100% не будет. При этом точно так же, если Кентавр, Шэдоу Демон и Огрмаг приходят на другой лайн, то там Вайпер с Дазлом тоже им особо ничего не сделают. Хотя, нет, все-таки, скорее всего, сделают, потому что, в принципе, Кентавр и Огрмаг герои милишные, и даже несмотря на то, что они очень даже жирные, от Вайпера урона, в принципе, немало, далеко не мало. И мне почему-то кажется, что именно или Вайпер, или Луна отправятся у нас на хардлейн, и, скорее всего, они отправятся туда в даблу, если не в триплу, а Эмбер у нас будет героем мидлоум. Хотя, возможно, как раз-таки Эмбер будет у нас фармить, а Вайпер будет стоять сейф лейн в одиночку или же в трипле. Или Луна в одиночку. Слушайте, я в тупике, тут очень много вариантов. Джакир у нас появляется, и, в принципе, это вполне понятный пуш, но вот только обильное, скажем так, обильное или избыточное количество кор-героев меня несколько напрягает. И я не уверен, что, например, дабла Луна плюс Джакира будет достаточно сильна. При этом, если Луну отправить в мид, то против Инвокера она также вынесет очень мало. Но Осталось 5 секунд. это вызывает энные вопросы. А вновь адресую свой вопрос в чат, что у нас сейчас со звуком на трансляции. И появляется у нас Drow Ranger от Rage Team вслед за Инвокером. Не знаю. Это как-то не похоже на какую-то контру, если честно. Уж это уж точно не панацея от пуша или же сплит пуша, как хотите, называйте. В любом случае, у меня не работают переключения сцен. Да, спасибо большое, OBS. Так, посмотрим, что у нас по начальным передвижениям. По начальным передвижениям у нас ничего. И это медловый Дроу Рейнджер? Действительно, так это? Или это сейфлайн инвокер, или я что-то не понял?
Интересно. Так, что у нас здесь? Ну, очевидно, Эмбер Спирит отправляется в мидл, судя по тому, что именно его запулили. Геростат у нас будет стоять на хардлейне на Вайпере, но вот будет ли он там стоять в одиночке? Вот в чем вопрос. И судя по тому, что Дазл у нас отправляется на другую часть карты, скорее всего, действительно, он будет стоять там один. И это некоторые вопросы вызывает. Здесь спалили вард этот, Луна видела, что Шэдоу Демон там этот вард поставил. Перейдем у нас по героям. Никаких особых передвижений у нас на карте, я так понимаю, не планируется в начале игры. Поэтому, в принципе, можно пройтись по героям. Rage Team, давайте начнем с них. Зло, зло, зло. Играет у нас... Да, кстати, у меня немножко неправильно. Так, стоп. Я отвлекусь. Прошу прощения. У меня немножко косяк с худом вышел. Небольшой. Сейчас наоборот. Вся ситуация обстоит. Ой-ой. Я слышу, там что-то происходит. А, ну там Дазла у нас поймал Shadow Demon. Сейчас я решу небольшие вопросы, которые у нас возникли. Вот, да, вот так вот будет правильней. Абсолютно, да? Rage Team. Так вот, перейдем все-таки к героям. И, к слову, к линиям. Это у нас трипла будет сложная от рейджов. А Вайпер плюс Джакира будет стоять внизу. И, на мой взгляд, Крида немножко перемудрили с этими линиями. Потому как можно было все гораздо сильнее сделать. У них была до этого возможность. А вот сейчас они в проигрышной ситуации. И я все никак не могу назвать, кто на ком играет, потому что тут какой-то экшен уже у нас появляется. 3 на 3 ребята собираются играть, и мне не очень нравится, что у меня на полэкрана вылазит вот эта вещица, когда я тут на что-то навожу, еще описание. Ну ладно. Ну это действительно, это прям очень много. Так вот, зло-зло-зло у нас играет на Дроу Рейнджер, очень быстро постараемся. На Кентавре у нас играет Джоу... Киото у нас играет на Огр Маги, Дося у нас играет на Инвокере, который, к слову говоря, сейчас умрет или нет, или да, и не находит его Эмбер Спирит, но Дося здесь в крипах своих же запутался, а фисты-то не вкачаны, и еще и на развороте, и того, First Blood будет же сегодня? Нет. Да, First Blood все-таки будет, великолепная игра от обоих игроков. Небольшая тавтология получилась, ну извините. Здесь Дося мог на развороте сделать этот килл, но вот как-то он немножко не так сделал. По итогу он вкачал все три сферы. Хотя, возможно, сейчас новые инвокеры так качаются, ну да ладно. Так вот, Дося у нас играет на инвокере, и Валфак у нас играет на Шэдоу Демоне. А здесь тем временем зло-зло-зло могут забрать, и того счет 0-2. Килл достается Готсу. Готс. Готс. Правильно? Я не знаю, Синкс, типа, спасибо, господи. Ладно. Здесь у нас снова в миду какие-то проблемы у Доси. И теперь я понимаю, почему после инвокера так быстро появился этот Эмбер. Неужели он настолько силен против этого персонажа? Но пока что именно так, и на пол левела, даже может быть чуть-чуть больше, чем пол левела, опережает. Еле-еле, буду его так называть, потому что уле-еле это очень сложно для произношения. Перейдем у нас к кридам. Идет третья минута, я еще не всех назвал, уж извините. У нас Геростат на Вайпере стоит в хардлейне. Дампер играет у нас на Дазле. Еле-еле буду его называть именно так в этой игре. Эмбер Спирит, который уже оформил свой First Blood. Сэмми Колон у нас играет на Луне и на Джакира Готс. Ну тут, слушайте, у Герастата некоторые проблемы, и он там на развороте все-таки успевает дать тычку Дроу Рейнджер, но здесь Дроу Рейнджер выживает. Не умирает он здесь точно. Покупает он на себе ТПшку, очевидно, будет делать тэп-аут на базу или же пешком. Бежать. Посадили здесь дерево, съело Дроу Рейнджер это дерево. Пришел сюда Киото, и вновь все пытаются... Сначала они пришли, причем сами же, в триплу Rage Team.
Но там им в этой трипле объяснили, что ребята, ваши трое против наших троих, это не очень хорошие трое. И по итогу у нас рейдж-тим развернулись и пошли в сейфлейн. Притом, там стоит у нас Герострат, там у нас приходит Джакир, и в принципе этой дровки здесь тоже будет не очень. И я сказал вначале, что перемудрили с Криды со своим лайнапом, но по итогу мы видим, что в принципе у них-то все хорошо. Они могут немножко варьироваться. Этот хардлейн вайпер не так и плох. Вообще герой очень сильный, безусловно. Чисто, скажем так, по своему опыту могу сказать, что... Да, здесь не получилось у Джоуи этот вард заденаить. Так вот, очень сильный вайпер. И здесь у Доси вновь проблемы. И вот она печаль квас... Квас Экзорт Инвокера в миду против Эмбера. Тем не менее, он сделал килл. Немножко еле-еле заигрался. Пошел далеко. И экспириенс с Инвокером сравнял. Возвращается он у нас на свой мидлейн. Собирает он себе к виллу. Инвокер у нас пошел, очевидно, пить Шрайн. Хочет он у хардлейнера не оставить никаких аутов. Но там, в принципе, есть у Кентавра Транквилла. Вообще, Кентавру можно сейчас забивать на эту линию, потому что он тут мало что сможет получить. И вот, собственно, он умирает. Дамперу килл достается. В принципе, можно на Кентавре покупать себе Аренталон и фармить вот эти вот спавны. Это очень легко делается, особенно когда у тебя есть транквилы. Сейчас еще есть и бэкпак, куда эти транквилы можно скидывать. И безопасно, чтобы их не разбили. И тут и временем Геростат у нас умирает. Киото себе килл забирает. И пойдут ли за Джакира. Ребята, там у него есть мана. Может еще и Аспас постелить. И Киото здесь должен выживать. Безусловно, 8 армора никак его Готс не пробьет. Ну а там у Дося вновь он находится под своим тауэром. Как я камеру в мид не переведу, так он где-то вот именно в этих местах. Эмбер Спирит. Куда же он пошел? Он пошел у Гармага искать, очевидно, Киота. И, кстати говоря, он его найдет. Он пришел здесь за руной. И этот Огармаг умер. Да, здесь два реминанта. И великолепный килл для Ели. Не зря сходил. В принципе, он по итогу не забрал голд руну, но заработал даже чуть-чуть больше, чем дает руна на такой минуте. 285 голды у нас получил. Да, действительно, зачем мне открывать крипсаты? Это профессионально, безусловно. На 6-й минуте я только о них вспомнил. Семиколон у нас стоит здесь в одиночку уже. В принципе, там Дазл делает пулы или пытается гонять Джоуи. Причем ключевое здесь пытается, потому что на Дазле подобным заниматься не самая хорошая идея. Понимают они, где кентавр находится. И на самом деле сейчас они могут его, в принципе-то, и убить. Попробовать. Да, они это делать и будут. Там есть у нас ультимейт у Луны. Она его использует. И, конечно же, весь ультимейт у нас ушел в баллисту. Никто в этом не сомневается. Там тем временем умер Джакиру. Но самое главное, что Джоуи здесь выжил. Самое главное в этом эпизоде для Rage Team. Потому что все-таки забрать суппорта и сохранить, скажем так, хардлейнера, в принципе, неплохой расклад событий. Нету теперь какое-то время не будет ультимейта у Семиколона, но, в принципе, это ему не помешает. И Джоуи здесь может отправиться в таверну. Да, Семиколон оформляет для себя очередной килл. Уже он 2-0-2 имеет и 0-3 кентавр. И самое время уходить для него хотя бы сейчас в лес. Если он вновь туда вернется, то я тогда совсем ничего не понимаю в этой игре. Тут тем временем Дося ловит стан еле-еле и... Нет, не сможет Огармаг разменять даже. Но вот хотя бы Джакира смогут здесь, возможно, два суппорта забрать. Хотя, опять же, не факт, потому что у Гармага маны на стан нету. Есть три стика, вот он наконец-то их прожимает. И возвращается еле-еле. И он может на развороте вновь сделать размен в свою пользу. И да, Киот отправляется. Итого киллинг спри у Эмбер Спирит. И, возможно, даже на этом он не остановится. Подключает он щиток в алфа. И прилетел сюда инвокер, и это должен быть размен. Боже мой, что за игра? Дося тоже забирает себе килл в этой драке. Это все была одна единая драка, да, действительно, 3 на 2. По итогу получился размен, но он, как ни странно, в пользу Rage Team, потому как они забрали героя с киллстриком. Это было у нас еле-еле на Эмбере.
Что у нас по чату? Чат молчит. Там тем временем опять на харде энные какие-то события происходят. Семиколон у нас здесь забирают. И также дампер не должен никуда уходить. Дазл. Боже, тут оказалось так, что аж 5 героя. 5 героя. 5 героя тут у нас, ребята, все хорошо, я русский. Ну, не 5, действительно, я соврал 4. Все-таки инвокер решил у нас в лес пойти. Инвокер у нас играет квас Vex Exhort, судя по всему. Но на самом деле, это очевидно Vex Exhort. На самом деле, я впервые встречаю такую раскачку, хотя я уже давно матчи не комментировал, вообще особо не слежу за нынешними тенденциями, кроме того, что на Ember Spirit сейчас вполне нормально собирать Well of Discord, я особо никаких таких модных тенденций не знаю. Возможно, на инвокера вот подобная раскачка, в принципе, идея неплохая, плюс 125 к здоровью, к слову говоря, он на 10 левеле себе взял. На мой взгляд, все-таки чисто Vex Exhort, ну, вообще, по идее, это как раз таки и есть Vex Exhort, просто квас для того, чтобы было чуть-чуть побольше регена. Вот, кстати, обратите внимание, квас всего лишь в двойку, а 10,4 регена этот инвокер для себя имеет. Прилетел сюда дампер, пытался ему что-то делать. Там тем временем отправились в пуш обе команды, но очевидно, что у кридов этот пуш гораздо более серьезный, нежели у Rage Team. Несмотря на наличие Дроу Рейнджер и Шэдоу Демона, все-таки Луна плюс Жакира плюс Вайпер, да плюс еще и Дазл, который может, в принципе, делать так, чтобы команда никуда не уходила. В принципе, криды могут пушить вообще бесконечно. Тут еще и у кого-то у нас появился Доминатор, конечно же, это Луна. Луна здесь юзает ультимейт, и тут, по идее, два суппорта должны умирать. Валфак должен отсюда уходить. Приходит сюда Доси. Скастовал Метеор над пуш, я так понимаю... Да, действительно, на отпуш просто падает, фармит он всех крипов. Тут еще прилетел сюда и зло-зло на Дроу Рейнджер, но это не очень хорошая идея, потому как вот так вот оставаться, в принципе, можно-то и умереть, потому что у Дроу Рейнджер пока что ничего нет, а хочет он себе, кстати говоря... боже, я забыл, как этот артефакт называется, тут тем временем Джоу-Джоу умирает, там еще какая-то драка продолжается, тут пытаются забрать зло-зло, и, скорее всего, его заберут, да, там Бим... Там Джо-Джо, он еще живет. Почему Джо-Джо? Ладно, неважно. Все, у нас какой-то экшен, экшен, экшен. Джоуи выживает. Джоуи пока что выживает. Киота нет. Джоуи не выживает. Семиколон себе килл забирает. Только я так и не понял, как это произошло. Ну да ладно. Тут еще и Киота бежит. 7-12. Это тем временем только лишь 11 минута встречи. Хочу вам об этом напомнить. Никого здесь не смогут забрать Rage Team, очевидно, потому как герои уже фуловые. И вот он, этот пуш во всей красе. Стоит три великолепных героя, которые бьют по товарам и бьют очень больно. Это Джакира, это Вайпер, это Луна. Стоит Дазл, который все это дело отхиливает, который заливает еще и маны. И, в принципе, можно никуда не уходить от этого пуша. В том плане, что отойти, Дазл всех захилит, зальет маны и, в принципе, заходить дальше на этот тавер. И есть и Эмбер Спирит, который, к слову говоря, собирает, конечно же, Вейл себе после травелов. 12 минуты травела, в принципе, неплохие тайминги. Здесь у нас умирает Семиколон. Он должен там умереть, да, он умирает, конечно же. Тут Вайпер разрядил свой ультимейт. Но этот ультимейт, я так и не понял, в кого он зарядился, но там не важно. Киота, пока что размен 1 в 0. Пока что 1 в 0, и там бегает Джоуи, он пробежался по всем, подстанил кого-то. Повесился Джоуи об этот стан, похоже, не совсем я понял, зачем это произошло. Зачем здесь спрятали Эмбер Спирит, я тоже не совсем понял. Какая-то у нас хаотичная драка, у нас Геростат здесь просто ПВП с двумя героями устроил. Тем временем Геростат умирает, остаются три героя здесь. Прилетает уже сюда Семиколон, у него есть Эклипс, он готов его разряжать, пока что он его не тратит. Умер Киота. Семиколон. У Семиколона все еще есть Эклипс в заряде. И опять Rage Team драку проиграли. Хотя они сами принимали. И Dota так не думает. 1141. Но эти 1141 сейчас абсолютно ничего не сделают. А вот Tier 2-то у них точно упадет. И пока что пуш кридов великолепно работает. Ноль пять у нас имеет Джоуи, вообще очень странные
мувы от этого игрока я вижу. Не понимаю, зачем он несколько раз возвращался на свой хардлейн, когда понимал, что там, в принципе, ему ловить нечего. Если бы он тогда бы ушел бы с Аренталоном в лес, когда у него уже были Tranquil Boots, то вынес бы свой он Blink Dagger, и вполне возможно, что уже он бы имелся. А пока что... пока что он еще даже... И не близко, это Blink Dagger, только лишь 1000 голды он в своем распоряжении имеет, еще 1200 практически фармить. Знают Rage Team о том, что на Рошане находится команда Крит, но ничего с этим поделать не смогут, это абсолютно точно. Хотя они туда идут, я не совсем понимаю, зачем это, потому как там есть Eclipse, и там могут драться обе команды, и в том числе, например, и... Криды подбирают у нас Аегис Доси, а все-таки заимели себе Аегис Rage Team, но этот Аегис им никак не поможет. Моментально этот Аегис выбивается, как я понял, да? А, Дося уничтожает, он денает этот Аегис. Прошу прощения, он его не подобрал, и уже счет 2 в 0, и этот непонятный мув, когда они решили пойти туда, для них обернулся провалом, безусловно. Минус 3, итого дали у нас крит, и я даже не знаю, что лучше в этой ситуации, получить Аегис или же вот так вот на ровном месте получить себе 3 килла в свою копилку. Я думаю, что такой расклад событий кридов полностью устроил. В принципе, они... почему-то мне так кажется, что они не очень расстроились, что не забрали Рошана, не забрали себе заветную эгиду. Ну, да неважно. Продолжает у нас встреча. Бегают здесь в смоках зло-зло и волфак. И я даже не знаю, что будет опаснее. Что они кого-то найдут или что их найдут. Хотя я думаю, что это будет примерно в одной ситуации. Попытался здесь у нас Эмбер Спирит заевейдить Саленс от Дроу Рейнджер, но сделать этого не смог. И здесь Дроу Рейнджер тоже никуда не улетает. Итого... Еще один килл в копилку команды Крит. Улиели забирает у нас зло-зло. И это для него третий килл подряд. Итого киллингс при Эмбер Спирит имеет. И уже у него практически есть Veil of Discord. Остался только шлем. Просто буквально 600 голды. 600? Нет, вру, 900. Нынче белорусский рубль подорожал, как говорится. Заходит у нас на тир 2 по верхней линии. Крит готовится. Они допушить это все дело. Приходит здесь у нас Волфак. Не совсем понял, зачем он вообще туда шел и что он хотел сделать. Превосходство набирает у нас Эмбер Спирит. Последний внешний тавр команды Rage Team у нас падает под натиском. Под натиском команды Крит. Пытается у нас здесь инвокер отпушить, и вполне возможно, что Джакир отсюда никуда не уйдет, но... Или даже уйдет, а... нет, все-таки Джакира выжить не смог, но тем не менее, сейчас криды просто развернутся и вновь зайдут на рампу, и в принципе никак не могут помешать Rage Team, а возможно и могут. Джоуи прыгает, великолепный стан по таймингу, Самиколон также у нас справляется в таверну, Геральт разряжает Вайпер Страйк, но это ему не помогает, он все равно умирает, при этом никого забрать он так и не смог. Еле-еле у нас здесь возвращается в замес, и зря он это определенно сделал, вешается там Грейв, и сможет ли он улететь? Нет, не сможет. Поднимает его в ветра. Еле-еле здесь умирает. Умирает Дазл. Итого у нас получается Team Wipe, потому как Джакира умер чуть-чуть ранее. Великолепный деф хайграунда от команды Rage Team. И сейчас, очевидно, это был... Это были клацания от команды Крит, что нужно идти и забирать святыни. Да, в принципе... В принципе, сейчас эта идея неплоха. Оставить полностью соперника без каких-либо аутов с хайграунда. То есть, ты никак не выйдешь, ты не сделаешь никуда ТП. Ты будешь стоять на своем хайграунде и смотреть на то, как тебе идут крипы. И в один момент эти крипы просто не оставят шансов своему трону. Вот такие вот, например, крипы, вот двухголовые. Я слышал, они очень сильно трон бьют. О, боже, здесь Годс просто может в соло забрать Дров Рейнджер, но нет, там подрубается Шрайн, и того в ответ могут забрать Годса. Висит все еще на нем дебаф. Грейв выживает там все-таки на 23 хитпоинтах. Выживает у нас Гос, но здесь не выживает Джоуи, и вслед за Джоуи и Киота, который также умер чуть-чуть ранее, у нас забирается и Шрайн команды
Rage Team. Итого остается одна внешняя постройка. Это шрайн на верхней линии, на топе. Летит у нас курьер от Досси. Что-то он ему хочет привезти. Купил он себе Point Booster. Готовит он себе Аганим. Не уверен, что этот Аганим вообще в этой игре будет, потому как Криды настроены очень решительно. И вот они видят этого курьера. Кстати говоря, и этот курьер сейчас вполне возможно, что отправится тоже в таверну вслед за другими персонажами и героями команды Rage Team. Но нет, там куда-то вообще его очень-очень далеко уводят. Там уже на перехват просто Семиколон отправлялся. Но перехватить у него не получилось. Контролит кто-то курьера. Дроу Рейнджер, зло-зло. Сам же курьера этого контролит. Хотя почему сам же не ему это все везется. Но вот почему-то именно он под контроль курьера взял. И вот сейчас он нашел безопасное место. И этот курьер уже летит в свой родной дом. Тем временем Готс забирает себе 150 голды. Последний шрайн и вообще последний внешний домик у нас пал только что под натиском Крит, и у рейджеров абсолютно нету никаких аутов, кроме как делать тимвайп за тимвайпом. Откроем у нас нетворсы, давайте, 9400, тем не менее, Досси у нас имеет топ-1 нетворс на этой карте, 9400 в своем распоряжении этот герой у нас имеет, как я уже сказал, 9-100, вслед за ним идет Семиколон на Луне, и Эмбер Спирит 8-300 нетворса у него есть. Это у нас топ-3 по общему заработку. Что у нас в целом по графикам? Лидируют чуть больше 5000 криды по голде, и еще меньше, буквально даже 1000, нет, в районе 800 по XP. На самом деле с этим можно воевать, но вот очень сложно с этим воевать, когда у тебя нету ни одного внешнего тавера, а у соперника их все, и даже на харде еще на 8 хп стоит тир-1. Не совсем понимаю, почему его до сих пор там не заденали или не забрали. Собирать себе блинк-даггер Эмбер Спирит, не будет здесь никакого радианса, хотя возможно он и появится уже после заветного блинка. И Вайпер себе собрал Хюрикен Пайк. Больше он ничего не имеет. Собственно, я так смотрю, в принципе, извините, кроме Эмбер Спирита и Луны, особо нету каких-то заоблачных артефактов. Да и у них тоже не так-то уж и много. В принципе, вот только от зло-зло Луна отстает. Но сейчас она вообще выбралась на первое место. У Инвокера по нетворсу все в целом неплохо. 5-3 у него счет. 5-3-4, если быть точным. Есть у него же Аганим Скипетр, собирает он себе Блинк Даггер, а затем хочет собрать Boots of Travel, чтобы сплитпушить все это дело, но, знаете, есть у меня такое подозрение, что очень сложно сплитпушить, когда у тебя нету ни одного внешнего тавера и, более того, ни одной внешней постройки. Ходят такие слухи на моем рейтинге. Посмотрим, как будут дела обстоять в этой игре. Прожимается у нас смог рейджами на своей базе. И причем этот смог просто для того, чтобы постоять, никуда не хотят выходить. Или же нет? Нет, все-таки они куда-то выйти собрались. У нас здесь гуляет дампер. И цель-то, в принципе, так-то неплохая для соло-килла какого-то. Должны у нас видеть команды, хотя нет, нет, не видит Rage Team, только Геральда видит, больше никого не наблюдает, но там, в принципе, рядом особо команды нет. Есть там Ember Spirit и вообще другие тиммейты есть, и сейчас драку они, возможно, будут принимать. Да, Ember Spirit вешает Вейл, попал он только по кентавру, Джоуи стоит в стане, и там по таймингу великолепный дизрапшн. По итогу Джоуи пока что все еще живет, тут Семиколон, Джоуи, неужели он выживет? Да, все выжили, нет. Джоуи все-таки от чего-то умер. Я не совсем понял, от чего, правда. Но да ладно. Итого размен один в один получился. Хардлейнера на хардлейнера разменяли. Но при этом у инвокера нету своего прокаста, поэтому никак он отпушить не сможет. Здесь Волфак пытается сделать иллюзии, чтобы была возможность какая-то отпуша. По итогу он умер на дефе. Как говорят в народе, самая достойная смерть. И там Семиколон разряжает, сейчас будет разряжать Эклипс, разрядил, но урона не нанес. Но это так, чтобы показать мощь свою, чтобы не подходили к нему, скажем так.
Решил он это сделать. Взял он себе плюс 15 к урону и плюс 40 урона от Бима. Собирает он себе Мантастайл. Есть у него уже рецепт и вообще у него уже есть деньги на этот Мантастайл. Да, он его уже покупает и курьера себе везет. У Дампера у нас есть Миказм. Хочет он себе собрать Форстав. Взял он себе 125 к здоровью. Ой, какая сложная игра. Плюс 5 ко всем атрибутам. Она взяла Дроу Рейнджер, собрала на себе Драгон Лэнс и собирает Аганим. Очевидно, понимает у нас зло, что нужно. Нужно как-то все это дело отпушивать. И будет сейчас достаточно дефолтный некоторое время подряд, некоторое время назад, достаточно дефолтный билд, этот Аганим Мелшторм. И, в принципе, сейчас он достаточно рабочий, чтобы все это дело отпушивать. Но до Аганима еще практически 1500. Великолепные позиционки у нас находятся обе команды. И вот здесь находит Жакира Инвокер, дает Торнадо. И там дальше прокаст, но ни по кому не попадает у нас Метеор. Только Геральда буквально, Геростата, прошу прощения, буквально немножко на этот Метеор запирает. И здесь Геростата, по идее, должны забирать. Нет, он не умирает. Врывается у нас Эмбер Спирит, центр замеса. Боже, все еще до сих пор живы. Все-таки забирают у нас Дроу Рейнджер. Джоу на лоу хп, ловит Бим. Также умирает, и здесь остается у нас Киота, остается Волфак в центре замеса, Волфак там тоже никак не выживет. Умрет ли Киота? Киота, скорее всего, не умрет, потому как нету маны у Эмбер Спирит, и вот она только-только появилась. И здесь Дося на развороте дает какое-то количество спылов, которые остались в его распоряжении, ставит Форжей и будет пытаться дефать свой хайграунд, потому как кроме него и Киота больше живых в этом замесе не осталось. И вновь вылазка, в принципе, это была инициирована Rage Team. Они шли найти своего соперника, они шли подраться и получили в ответ минус 3. Что, я думаю, не очень хорошо. 1100 заработали для себя криды. В общей сложности за 1700 перевалил перевес в этой драке, потому как 600 голды еще потеряли у нас рейджи. Инвокер откладывается, точнее не откладывается, а вот буквально вот совсем скоро будет блиндагер у него. Остается там буквально 250 голды нафармить. Что у нас у Джакира? Джакира получает чуть больше опыта, чем любой другой герой на карте, потому как он взял, хотел сказать, рецепт, конечно же, талант на 15% увеличения получаемого опыта. Что у нас у Геростата? Собрал он себе пайк, плюс 125 здоровья он взял. На самом деле не очень-то много имеет этот вайпер, он и не занимает топ нетворс. Но, знаете, вот дровка совсем на немножко от него оторвалась, там буквально 400 голды. Но ты как-то на дровку смотришь, у нее вроде как даже какие-то артефакты, там аквилла, что-то вроде все занято. А смотришь на вайпера, а у него два артефакта, по сути, но вот такая вот забавная дота нынче. К слову, уже от инвокера оторвалась Луна. Самиколон набрал 14 тысяч нетворсов, в то время как у Дося всего лишь 12, как и у Эмбер Спирита. И это вновь и все еще топ-3 нетворса на этой карте. Забирает у нас Рошана Rage Team. Будет это Аегис для Доси. Подбирает он его. И там Эмбер Спирит тем временем фармит Радианс себе. Да, как я и предполагал, это будет Радианс. В принципе, метово, стандартно, ничего удивительного в этом нет. И, конечно же, он себе плюс 15 к урону от способностей взял. А затем плюс 6 ко всем атрибутам. Там у нас что-то делает. Где у нас инвокер, что кастовал? Зачем он дал Санстрайк? Не совсем я понял, если честно. Так, кого я еще не смотрел? Дампер у нас взял к здоровью что-то. Семиколонны я уже выделял. Там тем временем Дроу Рейнджер умерла. Просто потому что Эмбер Спирит может. И, кстати говоря, у Эмбер Спирита уже есть заветный Радианс для себя.
Что у нас кентавр? Кентавр взял плюс 30 к урону. Действительно, зачем ему плюс 2 маны в секунду? 30 к урону гораздо более интересная вещь. То ты бьешь 140, то ты бьешь 104, а то 134. Это же зарешает какой-то определенный момент. Я в этом уверен, но да ладно. Не будем сейчас об этом. Вновь инвокер не попадает своим метеором. Уже второй раз как минимум за эту карту. И семиколон просто спокойно переживает. 10 секунд БКБ, к слову говоря, этот семиколон имеет. Ловит здесь еще и Сенстрайк. И, кстати, говорят, очень мало хп. У него 20. Ну, немножко совсем урона влейте. Ну, как же так? Там на каких-то невероятных крополях эта Луна выжила. Там 20 хп у него осталось после этого Сенстрайка. Там еще свои же иллюзии очень сильно продамажили. Я удивлен, как его не забрали. Там можно было бы... Можно было в теории инициировать. Там, как только начинал бы он раскастовывать свой ультимейт, моментально бы он умирал, потому как очень мало хитпоинтов оставалось у этой самой Луны. И здесь кентавр бежит, ловит дазла, но ничего он с этим дазлом сделать не сможет. А вот его на развороте-то, кстати, разобрать вполне себе ребята могут. Просто по кусочкам этого коняку развалить. Но этого делать не стали. Эмбер Спирит прилетел к нему уже. Радианс. Фармит он с ним, собирает он себе Октарин Кор. Следующим артефактом кентавр. Уже давно я ничего у него новенького не видел. Что у нас у инвокера? Хочет он себе также собрать Октарин. Как я понимаю, Дроу Рейнджер все еще не готов. Заветный для нее аганим. Заветный потому, что только этот аганим на данный момент может стать каким-то аутом для рейджов, потому что тогда они, в принципе, смогут без особого труда дефать свой хайграунд. Ну как, без особого труда до тех пор, пока эта Дроу Рейнджер вообще жива будет. А так-то достаточно сложно это дело выполнять. Призатихла у нас игра. Только я это сказал, и тут сразу же Эмбер Спирит влетел в Дроу Рейнджер. Делаются у нас иллюзии от Шэдоу Демона, но эти иллюзии как-то прям совсем мало урона наносят. Посмотрите на них, ну, еле-еле рейнджевика вдвоем запихали. И вот, собственно говоря, эти иллюзии и закончились, да, так и не начавшись толком. Сэмми Колон у нас решил небольшой сплит-пуш отправиться, собирает на себе Баттерфлай. На 20-м левеле взял плюс 25 к скорости атаки, тем временем там... Просто Киота на мужика идет и показывает всем, что я могу вас напугать. И, кстати говоря, его боятся на самом-то деле. Как-то немножко подразбежались ребята, хотя в теории могли в этого угармага несчастного инициировать. А, там в кого-то у нас прыгнул Джоуи. Нет, не показалось. Крипов у нас ребята отпушивают. Но, вообще, здесь Дося фармит крипов, мне кажется, потому что как-то прям... Совсем это было опрометчиво пытаться здесь Эмбер Спирит в такой ситуации убить, с учетом того, что у него был Реминант в запасе. Любой игрок, который имеет хоть какое-то представление о том, как Дота работает, он сможет от прокаста инвокера на Эмбер Спирите убежать, если у него, опять же повторюсь, есть в запасе один Реминант. Поэтому этот ход от инвокера был достаточно опрометчивый. Вновь у нас пытаются рейдж-тим отпушить, а криды пытаются наоборот пропушить. Делают у нас иллюзии из иллюзий Луны, и у нас иллюзии, и там иллюзии, а тут иллюзии, а вот там вот иллюзии, и иллюзии на иллюзии против иллюзий, иллюзиями погоняет. Как-то так у нас игра, и такое ощущение, что старый патч вернулся, когда просто иллюзии против иллюзий были. Тут не хватает только, я не знаю, кто у нас еще иллюзионист, всяких там Нак, Хаус Найтов, Террор Блейдов, Дарксира... Просто я бы на самом деле хотел бы посмотреть хотя бы одну карту, когда все эти герои были бы в одном пике. Ну, даже не в одном пике, окей, а хотя бы на одной карте. Возможно, там за разные команды, но не суть. Призатихла у нас игра, абсолютно ничего не происходит, вообще ничего, что у нас там по нетворсам. Да, криды продолжаются путем элементарного перефарма, просто потому что они фармят абсолютно все, а рейджи только то, что к ним до базы добирается, они просто за счет, только лишь за счет этого 18 тысяч нетворса преимущества набили себе крид и более... 18 тысяч, практически 20 по XP.
Ничего нового у Джои не появляется. Или форстав новый. Если честно, я не помню. Что-то как-то не обратил внимания. По-моему, форса не было, хотя, возможно, и был. А есть уже у Дроу Рейнджера Ганим. Уже достаточно давно он явно появился. И Блэкенбар хочет себе зло собрать. Но с помощью Аганима чуть больше он, конечно, фармить сможет, но не настолько. Чтобы прям очень-очень много. Как-то так, наверное, это должно звучать, не знаю, не уверен. Да, рейджи могут очень долго это все дело дефать, и более того, в принципе, достаточно проблематично с таким пиком у кридов зайти на рампу. По сути, только за счет иллюзии Луны, которая причем не шаду демона, а с манты, а значит, кулдаун на эти самые иллюзии, в принципе-то не самый маленький, там 45 секунд практически. А вот шаду демона на эти иллюзии с удовольствием для себя используют и как еще одно средство от пуша реализуют. Кстати говоря, достаточно неплохо, потому что пока что все внутренние товара у Rage Team стоят. Стоят они на своих местах и никуда уходить. Я думаю, что не собираются. Ждут Рошана. Ждут очередную Эгиду. Для себя команда Крид. Прошлое у нас досталось, если мне опять же память не изменяет, Rage Team. И, кстати говоря, это будет Рошан сырный. Инвокер. Есть у него какое-то количество денег в распоряжении. Сверху 3600 он имеет от байбека. В принципе, можете себе купить Mystic Staff или же Soul Booster, но пока что не решается. Он куда-либо далеко от своего хайграунда выходить. Эмбер Спирит у нас продолжает пушить. И, кстати говоря, он себе заимел Радианса, а все еще не может очень сильно оторваться от этого инвокера. Хотя уже 1000 преимущества имеется. Но 1000 преимущества с учетом того, что команда выигрывает 20 тысяч. Ну, не знаю даже, если честно. Сэмми Колон себе собрал Хюрикен Пайк. Ну и вновь здесь делаются иллюзии из иллюзий. Вновь эти иллюзии пушат против иллюзий. И вновь у нас иллюзии на иллюзиях. Как-то так. Эта карта... Ну, на самом деле, ее нельзя назвать прям картой иллюзий, потому что здесь в мидгейме все-таки не они сделали суть, а сделали суть в том, что Вайпер, Джакира и Луна, как выясняется, под дазлом очень даже неплохо пушат ТВРа. Ничего абсолютно на карте не происходит. Обе команды фармят, и до Рошана остается минута 20 с небольшим. Ждут, очевидно, обе команды этого самого камнеголового, но я полагаю, что Rage Team забрать его на этот раз не смогут. А если они туда пойдут, а какая у нас ситуация с байбеками? Вот что мне интересно. Где у нас байбеки? Состояние выкупа, конечно же. Ситуация с байбеками у нас такова, что, в принципе, у инвокера, кентавра и дроу рейнджера на данный момент пока что это самый байбек есть. Вот так вот. 24 тысячи нетворса несет, 25 уже несет в себе Луна. 18 тысяч, уже 19, Эмбер Спирит, 17,5 Инвокер и 12 200 только лишь Дроу Рейнджер. Только лишь не Дроу Рейнджер, а только лишь 12 тысяч. Здесь имеется в виду у Хардлейна Вайпера, который, к слову говоря, собирает себе Аганим Скипетр, имеется не намного меньше. Ну, да, 2000, окей. В принципе, 2000 это один лишь только артефакт. И здесь, кстати говоря, могут найти курьера этого. Нет, они все-таки его не найдут. А вот когда обратно повезет, крипы могут этого курьера найти. Нет, хорошо, контролит у нас.